продолжают стройку. Речь о сквере Марины Росковой, что на окраине Саратова. Зеленую зону приводят в порядок с конца прошлой осени. Уже осушили большой пруд и расчистили дно. Проверить, как идут работы, приехал и глава города. Михаилу Исаеву строители рассказали, как будет осуществляться полив газона. На всей территории вода будет подаваться автоматически. Пока электрики устанавливают фонарные столбы, специалисты высаживают деревья. Речь о крупных саженцах, хвойных и лиственных. Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству береговой линии прудов. Монтируются сетки матрацы Рено и заполняются камнем. Работа идет планомерно. В течение 10-12 дней рабочих планируем закрыть этот фронт работ. Ведутся работы по автостоянке за территорией сквера для посетителей парка и для близлежащих домов. Сквер Марины Росковой появился в заводском районе еще в конце 70-х, однако долгие годы находился в запустении. Прошлым летом горожане обратились к Вячеславу Володину, чтобы политик помог привести в порядок зеленую зону. Председатель Госдумы идею поддержал, и на территории начались работы. Появится в сквере и памятник легендарной летчице. Его перевезут из Энгельса. Конструкция более полувека простояла в летном городке. Сейчас там установлен новый монумент, а старый после реставрации отправят в заводской район. Строители обещают завершить работу уже к середине сентября, ко дню города.